У ГДУ имя Франциска Скорины прошел круглый стол на тему «Человек – высшая каштовность социальной державы». У якости экспертов на им присутничали начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облвыканкама Денис Язерский и депутат Палаты представников Андрей Злотников. Удельники встречи обмерковывали понятие социальной державы и международный опыт побудовы такой политики. Так само они высветляли, какую роль у этом играет молодь. Студентский актив университета мог напрямую звернуться до представников улады со своими пытаниями и позначить проблемы, якія их хвалюют. Конечно, одной из наиважнейших тем размовы стало изменение законодавства и конституционные поправки. Для нас это будет еще одной возможностью пообщаться именно с категорией студенты, хотя в дискуссионных площадках очень активно студенты принимают участие, и университет Скорины является инициатором проведения дискуссионных площадок в городе Гомеле непосредственно. У нас практически каждый день площадки эти проходят, и вот последняя, на которой я принимал участие, это было как раз-таки по совершенствованию законодательства молодежной политики 4 часа. Мы 4 часа общались и 4 часа поднимали очень острые темы. Вот мой опыт показывает, что встречи с молодежью, на прошлой неделе доводилось встречаться в рамках нескольких круглых столов, предлагает самые интересные идеи, например, равенство прав мужчин и женщин, семейных ценностей и, конечно, того, что касается сегодня наиболее концептуального, это пересмотра, перераспределение полномочий главы государства, правительства, парламента. Также очень дискуссионна была тематика, которая связана со смертной казнью и введение должности уполномоченного по правам человека. Серед питанняў, якія падымаюцца студэнтамі, ёсць такія вострыя тэмы, як удасканаленне сістэмы размеркавання пасля універсітэта і абавязацельстваў наймальніка перад маладымі спецыялістамі, а таксама стварэнне асобнага дзяржаўнага органа, які будзе адказваць за маладзёжную палітыку.